никогда раньше с ним не происходило ничего подобного. Он сидел и смотрел в монитор, а вокруг был темный-темный мир. Одиночество, тихая музыка и темнота. Атмосфера, побуждающая к мыслям о своем существовании. Зачем я на Земле? Я пришел в этот мир не простым туристом, а участником. Для меня, как и для любого из людей, уготовлена какая-то тайная роль. Но какая? Одни посвящают поиску этой роли целую жизнь. Другие, как я, убеждаются в том, что то, что они делают, и есть их роль в этом мире. Стараясь делать так, как ты считаешь, сделал бы правильный человек, забываешь себя, забываешь свое начало. Все то, что лежит в источнике сущности человека. Он уже с трудом удержал свои веки. Было довольно поздно, очень темно. Свет монитора освещал его руки, которые усердно били по клавишам. Его лицо, которое с обыкновенным видом следило за каждой буквой, что рождалось после предыдущей. Забавный процесс. Наглядный пример того, что мысль материальна. В прямом смысле. Возьмите любую книгу. Что это? Бумага? Нет. Вы держите в руках мысли. Иногда ему казалось, что предметы, которые находятся за рамками света монитора, движутся. Нет, ему не казалось. Он это знал. Он давно привык не принимать всерьез законы физики, логики, математики. Для него нет границ в этом мире. Возможно, все. Абсолютно все. Иначе как объяснить то, что предметы движутся? Ясно же видно боковым зрением, что эта проклятая кружка с горячим чаем куда-то старается убежать, думая, что я не замечаю. Она, вероятно, смотрит на мои глаза. Взгляд мой направлен на монитор, значит, мне не до нее. Этот хитрый кусок глины решает сбежать. Смотрю на него, а он остановился. Да и стоит там же, куда я его поставил. Как кружка это делает? Загадка. Справа на него явно кто-то смотрит. Это уже не кружка. Она явно движется. Нет, не движется. Живет. Но это не так важно. Слова лишь способ выражать мысли, а не сама мысль. Он каждый раз, общаясь с людьми, ловил себя на мысли, что что-то его отличает от них. Но что? И как выяснить, с чего начать, если для него всегда все было в норму? Он всегда считал себя таким же, как и все. Или хуже. Но даже это не важно. Почему меня вообще стало интересовать это? Подумал он словами в голове. Тут его осенило. Он почти никогда не думает словами. Ему всегда было сложно найти нужные слова. Еще бы. Ведь в его мыслях нет слов. Он думает картинками, образами, чувствами. Это точнее, ярче, красивее и самое главное быстрее. Никогда раньше его не посещала мысль о том, что кто-то вообще может думать словами. Это же так медленно, так серо и неудобно. Другое дело, когда в голове бесконечный поток картинок, ярких, цветных картинок. Они поражают своей точностью. Многие вещи просто невозможно выразить словами. Например, такие вещи, как ощущения. Слова в этом случае бессильны. Однако образ может породить именно то, что так желает разум и сознание. Но есть один минус. Нельзя сказать, что он для него очень важен, но все же он создает некоторые сложности. Думая картинками, сложно выражать свои мысли словами. Кажется, что в голове так много слов, но ни одно из них не превращается в тот самый набор звуков, который понятен всем. Был бы способ делиться своими мыслями без слов. Существо справа тем временем, казалось, смотрело на него. Логика убеждала его, что это всего лишь складка на подушке, которая лежит на кровати. Если бы все было так просто. Именно логика и здравый смысл убивают в людях мечтательность, образное мышление, веру в чудо, во что-то невероятное. Каждый замечает что-то подобное, но сразу же успокаивает свой мозг, что это и правда какая-нибудь подушка. Ведь так проще. Так гораздо проще жить, не заморачиваясь. Постепенно такой образ жизни снижает контраст дней. Они становятся серыми. Из жизни пропадают краски. И что тогда?
грустное существование в черно-белых тонах. Его это не устраивало. Он по-детски верил в чудо. Верил не кому-то там со стороны, а в первую очередь себе. Многие думают, что они родились в ладах с собой. Но он подозревал, что даже в самой пустой темной комнате он не один. Есть еще он. Да, еще один он. Тот мечтатель, с которым очень интересно проводить время. Он знает все. Он ключ к сказке. Его принято называть внутренним я, которое так усердно пытаются заглушить люди. А зря. С ним нужно дружить, а не уничтожать. Это сложнее, но это гарантия того, что дни никогда не станут тусклыми. Еще его можно назвать совестью. Никогда не задумывались, почему нас порой мучает совесть? Кто же там внутри терзает нашу душу, не давая сделать какой-то нехороший поступок? Если слушать свою совесть, слушать себя, то никогда не ошибетесь на жизненном пути. И это действительно так. Мы совершаем что-то, чувствуя, что не нужно было этого делать. Эта совесть ругает нас. Она призывает нас быть честными перед самим собой. Никак иначе. Только честность. На его лице появилась странная улыбка. Он подумал, опять по-своему, картинками. Подумал о том, что настало время ему идти к тому существу, что смотрит на него справа. Завтра, как обычно, его разбудит будильник. Как обычно, он примет с утра душ. Как обычно, позавтракает. И как обычно, пойдет по своим каким-то безусловно важным делам. Как обычно. Обыденность угнетает. Каждый день одно и то же. Это дело машин, компьютеров делать одно и то же, но не людей. Люди созданы творить и развиваться. Нужно всеми силами избегать обыденности. Не бывает такого, что это невозможно. Вряд ли много людей, спеша на работу, смотрят по сторонам и ассоциируют окружающий мир с какими-то образами. Это уже необычно. Это заставляет мыслить не в глубину, а вширь. Увеличивая область, по которой блуждает мысль, человек уже не способен жить в обыденном мире. Но правда в том, что человек не стремится к этому. Его вполне может устраивать скучное, серое существование.